вітаю вас всіх. Я хочу, по-перше, подякувати всіх, хто долучився до нас після роботи. Я ці дні проти нас йде брудна пропаганда. І одна із тез цієї пропаганди якраз в тому, що тут серед нас нема киян. Я дуже ображаюсь, тому що я собі вважаю киянином з великим стажем, але я хочу, щоб руки підняли кияні і щоб всі побачили. Київ стоїть тут. І дякую вам. Дякую за вашу сміливість, за те, що не повірили брехні цій брудної пропаганді, яка ведеться. Я хочу подякувати всім впродовж цих днів, цих наметах, тому що те, що сьогодні вони проголосували виборче законодавство в першому читанні, без вас цього ніколи би не відбулось. Вони тільки розуміють цю мову. Дякую вам! Якраз сьогодні всі ті, хто говорили, що вуличні акції не мають сенсу, що вони отримали поразку, якраз вони помилились. Сьогодні вони побачили, що єдине, чого боїться ця влада, крадів, злодів, влада, потвор, це тільки ви, народ України. І так треба продовжувати. Я обіцяв зранку, що буду пропонувати вам свій план. Ми і хочу з вами порадитись. Перше, що хочу сказати, давайте скажемо, що ми повинні поставити відмітку Верховній Раді. В Верховной Раде мы задали три вопроса по билету. Первый – избирательный закон. Приняли только в первом чтении. Что можно поставить? Тройку? Тройку с минусом. Добре. Второй вопрос. Значит, иммунитет депутатов перекинули в Конституционный суд с концами. Двойка, да? И третий вопрос – это вопрос, который касается, значит, вопросов антикоррупционного суда. Кстати, сегодня Transparency International, главный антикоррупционный орган мира, потребовал от Порошенко, чтобы он внес этот закон, а кот Васька кушает и ест. Он обещал своим посыпакам, что он будет их защищать. Так вот, опять двойка. Что остается? Какую отметку мы ставим в результате трех вопросов по билету? Неудовлетворительно. Здесь сегодня были в том числе мои преподаватели из Киевского института международных отношений. Если бы я так отвечал, они мне точно поставили двойку. Я закончил с красным дипломом, и среди нас двоечников нет. Двоечники только что пошли домой с экзамена. Я хочу сказать следующее. Главное требование на этом этапе – это закон про импичмент президента Украины. Потому что, скажем прямо, если мы просто уберем недоторканность депутатов, то мы получим президента-монарха, который любого казнит, любого милует, он сам защищен. Он сможет проделывать все, что хочет, а он будет этих депутатов просто шантажировать даже любых, даже своих, тем, что у них нет недоторканности. Недоторканность треба снимать, але снимать из депутатов, из президента Украины, всего и будь-якого майбутнего президента. Потому что здесь люди, которые стали несколько раз беднее. Тут вкладчики банков. Кто сделал вас беднее? Личный инвестиционный банкир Порошенко Контарева, который при всем этом, их личный банк получил 304% прибыли. Вы получили 3-4 раза меньше денег, а у них 3-4 раза больше прибыли. То есть это прямая вина президента.
когда мы видим коммунальные услуги, кто является одним из совладельцев ДТЭК, фирмы Ахметова, официально? Порошенко. То есть ваши тарифы сейчас идут не просто в карманы Ахметова, официально в карманы Порошенко. Холода наступили. И реально мы будем платить, и в результате этой зимы президент будет еще на пару миллиардов богаче. И президент заинтересован, чтобы было холодно, чтобы больше платили. Он заинтересован, чтобы было холодно, чтобы мы на улице не выходили, и чтобы было холодно, чтобы мы больше платили. Нормальное явление? Третье, самое отвратительное, делаются деньги на наших военных. И самая авторитетная немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала статью «Коррупция президента убивает». И там было четко написано, что из-за того, что они зарабатывают на военных заказах, а Ленинская кузня, завод президента, тридорого, согласно материалам НАБУ, я не какие-то сплетни рассказываю, уголовное дело с доказательствами, тридорого продает БТРы украинской армии, назначили алкоголика командиром ВМС только из-за того, что он согласился купить катера Ленинской кузни, которые нафиг не нужны ВМС, в условиях, когда наши солдаты живут в ужасных условиях на кораблях. И они зарабатывают деньги на наших солдатах. У нас в день за последние годы 8 потерь, из них 5 небоевых в среднем. Что такое небоевые потери? Это потери в результате отсутствия медицинской помощи, в результате отсутствия дисциплины, то есть в результате присутствия коррупции там, где есть вооруженные силы. И это все нити прямо ведут к президенту. Поэтому вопрос в том, что если у нас не будет закона про импичмент, и этот президент будет продолжать то же самое делать, и любой следующий президент будет всегда идти то по тому же колу и руслу. Поэтому нам очень важно, чтобы этот закон был принят. Я еще больше убедился, что на днях ко мне прислали посредника, один из то ли правая, то ли левая рука президента, то ли правая нога, то ли левая нога, я уж не знаю. А он вообще, у него как у мафиозного клана 8 ног и рук, но один из главных ног и рук. И сказал, что если я буду говорить про коррупцию президента, меня схватят на улице и вышлют в тюрьмы по заказу, там, где Путина меня ждет уже люди. Кстати, еще один человек от Авакова уже в Грузии договаривается о том же, некий апостол. И они оба в этом направлении работают. И также, что они меня шантажировали, что они опубликуют на меня материалы СБУ, выкинут это по своим олигархическим каналам. Так вот, перед вами я хочу вам это сказать. Они хотели моего тихого ответа, они хотели, чтобы мы свернули акцию, они хотели, чтобы сегодня мы не собрались, они хотели, чтобы наши требования не расширялись. Я хочу вам им ответить. Мы сегодня собрались, мы будем продолжать бороться, наши требования будут касаться непосредственно президента и его импичмента. Не на того напались, потворы, уроды! Вы что? Я Михаил Саакашвили! Я не боялся Путина и его бомб! Я не боюсь Порошенко и его живых, уродливых, антиукраинских сволочей, которые нас шантажируют! Вы не на того напали! Это народ Украины, а не какой-то народ непонятный! Это великий народ Украины, который остановил Россию! Это великий народ Украины, который стоял от Майдана. Это великий народ Украины, который вас тоже уберет от власти. Сволочи, уроды! Не погнет с головы. Эта голова прогнила окончательно. Как он вообще посмел думать о таком дешевом шантаже? Как он вообще посмел запугать столько людей? Как он вообще посмел подумать, что все продаются? Да, эти продаются, но вы не продаетесь. Люди, которые за эти Майданы, не продаются. Народ Украины, если бы он продавался, у Путина 100 раз больше денег.
но никто не продался. Они продались, но на фронте наши не продались. Они продались, но наши герои сложили головы. Они продались, но каждый из нас, наших активистов и депутатов, в том числе Сергей Лещенко, тот же Мустафа Наем, тот же Левченко, тот же Юрий Деревянко, Чумак. Есть депутаты, которые не продались и никогда не продадутся. Вот о чем мы будем говорить. Поэтому я предлагаю следующее. Мы сегодня одержали первую победу. Они зашатались. Сергей Лещенко прав, они очень боятся. Но, как осенние мухи, они будут кусаться еще жестче. Потому что они почуяли свой конец. Не надо им дать оправиться. Не надо им дать оклематься. Дожмем их, доведем нашу борьбу до конца. Поэтому я вам предлагаю следующее. Дать им президенту и Раде, поскольку Рада сегодня, надо и похвалить. Конфет Рошена сегодня они не получат. И потому что не выполнен заказ, очередной развод не прошел. И тут сейчас полная паника, забегали. Некий главный пропагандист Порошенко Уколов написал, что то, что сегодня здесь приняли, это федерализация и развал Украины. Я хочу им ответить. Развал Украины красть на военных заказах. Развал Украины, когда президент выводит свои деньги в офшоры, за кордон, то есть не верит в будущее Украины. Он все деньги свои выводит, он собирается удрать. Человек, который выводит деньги, он обязательно сбежит. Если он так будет продолжать, мы обязательно поможем ему уйти, но без денег и не очень далеко. Но я хочу сказать, закон про импичмент – это не автоматическое увольнение президента. Мы за законные процедуры. Они говорили про какое-то кровопролитие. Вы же видели, что не было даже намека на провокацию. Вы же видели эти хлопцы полицейские, которые тут стоят, которых сейчас 10 раз меньше, чем в прошлый раз. Они улыбаются. Они нас приветствуют. Сегодня, вчера я был в нескольких государственных учреждениях, люди мне говорят, ну как наша акция? Наша акция, они говорят. Не ваша акция. Госаппарат на нашей стороне. Эти ребята полицейские на нашей стороне, потому что ничего общего они не имеют со своим начальством. Их начальство может проиграть и продуть карты за один вечер больше денег, чем они зарабатывают за 10 лет. Нам не надо с ними ссориться. Это наш государственный аппарат, наша полиция, наши вооруженные силы и наша нацгвардия. Мы просто должны говорить следующее. Все очень просто. Мы предлагаем закон. Это закон, который не позволит дальше грабить страну, про импичмент. Закон написан Юрием Деревянко, там соавторы, и Чумак, и Лещенко, и другие. И мы просто предлагаем, пусть будет этот закон. Мы же не говорим, что сразу увольняем. Пусть они согласятся на этот закон, и пусть они согласятся на антикоррупционный суд, и пусть поменяют свое поведение. Я-то знаю, что перевоспитать невозможно этих людей. Но может быть, все может быть чудесно. Чудо может случиться. Давайте примем закон в первую очередь. Все изменения надо проводить через закон, через процедуры, через мирные вещи, через наше мирное собрание. Поэтому я предлагаю в это воскресенье, во-первых, этот лагерь здесь, тут дополняется вышкольным табором, тут будет табор, где будет готовиться 300 спартанцев, нова политическая элита Украины разом с вами, новые сотники, которые будут мобилизовать наше суспильство. Я хочу запросить наикращих киян и инших людей из инших регионов сюда приехать и реально пройти через курс навчания. Тут и у нас и евродепутаты читали лекции, философы, иноземные украинцы. Дуже цікаві лекції про енергетику, про політику, про економіку. Але це для того, щоб у нас була мирна зброя. Ми робимо реально переворот, але це переворот свідомості. Ми маємо перевернути свідомість через цей табор.
Це перше, що ми будемо робити. Друге, що ми будемо робити. Я предлагаю воскресенье сделать марш за принятие закона про антикоррупционный суд и закона про импичмент. Следующую неделю Верховная Рада заседает. Пусть они видят, что нас много, мы не отстаем, мы не будем стоять, мы будем ходить около них, нас будет все больше и больше. Поэтому в воскресенье я предлагаю собраться на Михайловской площади и потребовать нашей ходой принятие закона про импичмент и про антикоррупционный суд. Вы сгодны с ним? Добре, дякую. Якщо вони будуть продовжувати ігнорувати наші вимоги, але сьогодні чого не вийшло, щось не так пішло, але якщо вони зараз будуть намагатися робити, то я пропоную першу чергу це пройти цим маршем. Нас має бути дуже багато. Я хочу вас попросити те ж саме, що Левченко сказав, поговорити з нашими сусідами, колегами, родиною, з нашими людьми, знаєте, со всіми. Я піду на цей марш разом зі своєю дружиною і сином, з хлопчиком з моїм. Я вас теж пропоную прийти разом з родиною, разом з сім'єю, пройти дуже спокійно і сказати, нас багато, разом нас багато, нас не подолати. Це дуже актуальний девіз. Не втрати свого значення. І якщо вони уважно нас не послухають і не почують, то з 3 грудня, після того, якщо парламент почне про цей закон говорити і його, за нього голосувати, супер, ми на правильному шляху. Якщо вони цього не зроблять, то з 3 грудня я пропоную почати процес народного імпічменту. Хай народ це зробить. Тому що мирно, спокійно це робили народи Південної Кореї нещодавно, Бразилії, Молдови. А що ми, що якісь там неправильні? Українці набагато краще. Набагато краще. Набагато розумніші, ніж багато інших націй. Я дуже в це вірю. Ми терплячі, ви терплячі, але до якогось там моменту ніхто нас не зможе нав'язати плохий сценарій. Ми йдемо законним путем, ми приймаємо ці закони, тоді у нас є закон про імпічмент, і у нас є закон про антикорупційний суд, і тоді всі ці діла пійдуть в суд, їх будуть судити. У нас не будет недоторканности депутатов, их тоже можно будет судить. У нас будет импичмент механизма президента. Если президент будет продолжать так же себя вести, его тоже отстранят и будут судить. Надеюсь, что этого не понадобится. Но если они ничего не принимают, то тогда мы сегодня открывали тут камень, где написано, джерелом влады Украины, згідно статьи 5 Конституции Украины, є народ Украины. Тоді народ України сам вирішить, кому оголосити імпічмент, кого звільнити, як провести нові вибори. Під цим буде більше. У нас вже є, майже є новий закон про вибори. Так що ніхто не може надсилатися на те, що у нас нема механізму. Сьогодні у нас з'явився, у нас перший крок, але дуже важливий, рішучий, вирішальний для нормального механізму нових виборів. Щоб обрати нових нормальних, нормальну молодь і взагалі нормальних людей. У нас є механізм, ми йдемо ж незаконним шляхом, і ми обов'язково переможемо. Це те, що я хотів вам пропонувати. Це наша відповідь на них. Подивіться, наскільки нас багато. Нема в Україні площі Майдану, який би ми не заповнили би, коли б ми це вирішили. Вони над нами намагались знущати, сказали, а їх занадто мало, так? Так що? Подивіться на цих людей. Їх мало? Майдан малий для них. Але вони знайдуть і більш Майдан. І нам, і коли я кажу про Майдан, мої друзі, нам не потрібні нові революції, повстання чи Майдани.
нам потрібно спокійно разом пройти пару разів, і все для них закінчиться, і все для нас тільки почнеться. Нам не треба взагалі завжди мерзнути в цих наметах. Нам не треба страждати. Ми занадто багато страждали. Це зайво. Нам треба просто двічі пройти. Я вам гарантую, що як вони, коли ми сьогодні зранку прийшли, і не було у них намірів голосувати про цей закон, про виборів, і так у них вийшло. Тому що коли вони побачили вас, щось там не то трапилось всередині їх організму. А коли вони побачать нас 10, 20, 30 разів більше, вони будуть робити всі правильні кроки. Україна – спокійна держава. Ніхто з цих правоохоронців на вас руку не підніме. Ніхто, про стрілянину я взагалі нічого не говорю. Ви помітили, що про стрілянину говорять завжди Києва, Шкіряк, депутати, Порошенко, Луценко. Але хто буде стріляти? Вони будуть стріляти? Ні. Всі хлопці будуть стріляти? Ніколи. Хто буде стріляти? Ніхто не буде стріляти. Ми будемо, нас багато, і вони нас хочуть залікати, як вони мене намагалися залікати. Так що, неділю ми покажемо, що нас ще більше, ніж сьогодні. А якщо вони це не почують, то з 3 грудня і мало не покажеться. Я дуже вам пишаюсь. Сьогодні мітинг переможців, але це така тимчасова перемога на цьому етапі. Якщо б вони це не повернули, і щоб вони ще раз нам не збрехали, нам треба бути дуже уважними. Я дуже на вас сподіваюсь. Знаєте, щиро подяка кожному з вас і подяка Києву. Дуже пишаюсь Києвом, дуже пишаюсь нашими інтелігентними людьми, як і тут. Я знаю, що у вас дуже багато інших речей. Кожен з вас турбується, хвилюється про свою сім'ю, про своїх дітей. Я сьогодні тут бачу багато молоді. У молоді інші проблеми. Коли я був таким молодим, я не так багато цікавився політикою, як зараз. Але зараз є момент. Зараз або ніколи. Я думаю, що зараз. Так! Дякую вам! Слава Україні! Слава! І до нових перемог! Я дякую вам! Вам, реально! Я ніхто! Якщо не кожен з вас, ми взагалі ніхто. Реально! І запам'ятайте це завжди. Люди на сцені, вони ніхто. Ці люди, які на цих кабінетах, вони ніхто. Кожного разу це зіпсують якраз нерозуміння того, що вони ніхто, можна владці ніхто, політики ніхто і народ це все. Якщо політики це забувають, кожного разу вони потрапляють ту ж саму халепу разом з народом. І тому у нас з'явився новий гімн, якщо ви помітили. То коли піднімається велика хвиля мирна, вони завжди супроводжуються музикою. У нас є по дорозі сюди група одеських активістів. По дорозі в машині написала цей гімн. Сьогодні вже була прем'єра, але я хочу, щоб ми це раз його зіграли, щоб зрозуміти, що у нас дуже багато талановитих людей, і що тут сила. Тут талант, тут інтелект, і там те сила, талант, інтелект, там буде і перемога. Дякую вам. Моя Україна, за те, що повірив брехливій людині, за те, що загинули рідні брати, за те, що брехнею полонять кати. Ми разом уміяли світле майбутнє, ми бачили, що воно стане могутнім. Одною стіною були
Майдані, щоб разом зробити те, що бажали.